Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах 5-й отдельной бригады спецназа, я увидел хорошо оснащенные мобильные войсковые подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание собственной надежной системы национальной безопасности. Начало 90-х, развал Союза и наши первые шаги к суверенитету и независимости. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась металлом боевая техника. Массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Достаточно сказать, что командир взвода в те годы получал до 15 долларов, командир полка 35. Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны.